Размеры нильского гена поражают ребят. Так близко, хоть и через стекло, никто из них крокодил еще не видел. Как, впрочем, и других обитателей заграничных рек и морей. На экскурсию в Пензенский океанариум приглашены семьи участников специальной военной операции. Филиал фонда «Защитники Отечества» вместе с региональным отделением объединения «Опора России» привезли почти 200 человек из разных районов области. А вот там большая черепашка. Вот. Ну да, я такие не видел. Может быть, по телевизору? По телевизору я смотрел. Ну, может быть, когда ты приехали бы, но не факт. Эта организация вам помогла? Да, да, да. С экскурсией, с поездкой. Региональное отделение фонда «Защитники Отечества» отмечает, многие его подопечные уже перезнакомились, сдружились, осознали, что не останутся без поддержки и могут на нее рассчитывать в любое время. Это и психологическая, конечно же, помощь. Это и помощь юридическая, очень востребована у нас в филиале. И это и организация досуга, всевозможные мероприятия, потому что как бы одной из важнейших целей нашей организации – это не оставить семьи наедине с собой. В аквариуме живут другие редкие метинисы, метинисы-ребристые, эти реки привлекательные, и по типу, хоть они и пираньи, но отличаются по типу питания, они травоядные. Посещение Пензенского океанариума – большое приключение для детей, да и для взрослых тоже. Это не только впечатление, но и много полезной информации об обитателях водного мира.